Это салон красоты «Мильфей», который находится на 3-й Фрунзенской, дом 19. Это городской салон красоты. Когда я его создавала, когда я его задумывала, я хотела сделать салон, в который человек может быстро и качественно пройти все процедуры на хорошем профессиональном уровне. Сегодня уже люди меньше приходят в салоны красоты за удовольствием, а все-таки больше за результатами. Люди хотят за малое количество времени получить максимальный набор процедур. То есть самое дорогое, что есть сегодня у городского жителя, наверное, это время. И поэтому мы очень сильно его экономим и стараемся делать все процедуры совместно. То есть сегодня это пользуется очень большим спросом. Зима – это такое благодатное время для ухода за собой, и это необходимо делать, потому что перепады температур, мы находимся в помещении, мы выходим на улицу, и поэтому, естественно, это питание, естественно, это более плотные текстуры кремов нужно использовать, чтобы не было обезвоживания. Я не рекомендую в зимнее время года делать увлажняющие процедуры, а больше все-таки делать упор на процедуры, связанные с питанием кожи. А также зима – это хорошее время для всех видов пилингов, лазерных, химических, кислотных, любых пилингов, потому что солнце не так активно. И это хорошее время инъекционной методики. Вообще за собой нужно ухаживать все время. Просто зимой у нас немножко другие приоритеты. Зимой чаще всего кожа склонна к сухости, ощущение даже бывает зуда у некоторых клиентов с особо чувствительной кожей. Вот. Конечно же, обязательно я бы рекомендовала зимой какие-то процедуры, связанные с коррекцией фигуры, потому что увеличивается все-таки у нас объем поедаемого. Вот. И физическая активность затруднена, потому что просто не хочется, наверное, заниматься спортом. Стрессы, праздники – это тоже стресс для организма. Поэтому, конечно же, должны быть какие-то процедуры, направленные на коррекцию, на уменьшение объемов, для того, чтобы просто к весне мы подошли более-менее в нормальной форме, потому что потом тяжело. Тяжело работать с большими объемами, нужно как-то держать себя все время в одинаковом состоянии. Мы будем делать процедуру лазерного липолиза. Она очень актуальна зимой, потому что зимой тяжелее всего поддерживать себя в хорошей форме. Объемы увеличиваются, нам нужно как-то с этим бороться, и мы прибегаем к современной технологии, которая нам позволит безопасно, безболезненно и очень эффективно избавиться от лишних сантиметров. Сначала проведем анализ исходных данных, чтобы определить, какое конкретно количество жировой ткани нам нужно убрать. Эта технология биоимпедансного обследования, которая позволяет нам узнать процентное соотношение жировой ткани в организме, также позволяет узнать количество лишней жидкости и суточный метаболизм. Сейчас мы подключаем насадку для вакуумного лазерного массажа и пройдемся ей по животу для того, чтобы активизировать лимфодренаж. Сейчас мы установим специальные датчики на живот для того, чтобы воздействовать на жировую ткань с помощью лазера. Устанавливаем датчики на желаемую зону. Здесь 4 насадки. В каждой из этих насадок находится 15 активных фракций, отверстий, из которых подается излучение. Создается мнимое состояние физической активности или голода в организме. Вот. И для того, чтобы обеспечить энергией тела, жировые клетки начинают уменьшаться в объеме.
Два датчика устанавливаются на лимфатические узлы, на проекции лимфатических узлов для того, чтобы активизировать лимфодренаж и вывести продукты распада из тканей. Желаю всем больше энергии, больше радости и, на самом деле, чувствовать себя прекрасно, быть счастливыми. Хорошего Нового года! Подпишитесь на канал Fashion One на youtube.com и смотрите нас, когда вам удобно.